Знаменитая Света из Иваново, если быть точнее, из Приволжска, скоро примерит на себя роль диагноста. Канал НТВ проанонсировал ее новую программу под названием «Луч света». Девушка будет беседовать со звездами эстрады и ставить диагноз, болен артист звездной болезнью или нет. Как я считаю, то, что есть определенная болезнь, это то, что зазнаются люди. Но мы все знаем, как они зазнаются на самом деле, кто зазнается, а кто не зазнается. Я считаю то, что это звездная болезнь. Слава богу, у меня пока ее нет. Надеюсь, не будет. Первая передача, которую будет вести наша землячка, выйдет в эфир 21 июля. Предложение от канала поступило после того, как Света побывала на программе у Сергея Минаева. Теперь девушка из Приволжска, которая, как все знают, души не чает в единороссах и сама на вершине звездного небосклона. Нет, я не чувствую себя второй Ксенией Собчак. Ну, то, что сколько она была на телевидении, сколько я, мне до нее еще ого-го. Мне всегда задают этот вопрос, то, что чувствуешь там, то, что ты Собчак заменяешь или еще кого-то. Я просто говорю, нет. Почему я должна кого-то заменять? Это неправильно. Я сама по себе никого не хочу заменить. Света заявила, что своего стиля в одежде менять не собирается. Еще более лучше одеваться девушка не будет. Столичный лоск она считает излишним, даже во имя имиджа и работы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.